В Германии проводят расследование в отношении немецкого футбольного тренера Кристофа Мицельдера, бывшего игрока Реала и Дортмундской Боруссии. Подозревают в распространении детской порнографии. Заявлением в полицию обратилась подруга 38-летнего вице-чемпиона мира, с которой спортсмен состоял в отношениях около года. Накануне правоохранители изъяли у Мицельдера телефон и компьютер, но оставили его на свободе.